Как, наверное, твой роман? Ну вот. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roman. Happy birthday to you. Давай, иди кушай. Улыбайся, молодец. Ну, там дети приготовила картошку под шубой, вот, селедку и прочее. Вот это они приготовили в честь их приезда сюда, в Ванкувер. Они, конечно, сейчас трудятся в Калгари, но, наверное, Женя переедет в Саскатун, вот, из Калгари, да. Все. Он следует работе, работе, вот такая жизнь. Вот, да. Поэтому мы хотим вам пожелать, кочевая, да. Хотим вам пожелать доброго здоровья, счастья, чтобы ангел-хранитель Господь был всегда с вами. Ну, а если будете где-то поблизости, здесь-нибудь, вам только всегда заезжайте, не обязательно нам готовить такой обильный, хороший обед. Но мы вас всегда рады. Если мы вас всегда считаем нашими, правильно? Правильно. Своими, да. Мы тоже, кстати. Как только приехал домой. Да, домой. Да, поэтому всегда вас рады видеть в Ванкувере. Скорее возвращайтесь сюда, совсем. Точно. Работа, работа. Желаю вам всех благ и многое лето. Вам и вашему сыночку. Вы такой маленький, чудный, хороший. И девочка тоже. Спасибо. Бог вам помощь. Так и споем. И споем. Да, народ желает спеть вам много лет. Много лет, много лет, много лет, много лет, много лет. От вас мы этого не ожидали.